Вот и наступил четвертый день сражений. Топ-10. У некоторых тут по 13,5 и даже более 1000 очков. А у меня лишь 7700. Оборона, что хорошо, поднялась в Б. Неожиданно. Я думал, она будет снижаться как можно больше. Нам по-хорошему нужно победить в четырех боях в четвертом дне, в сегодняшнем дне. Давайте пробовать. Вот такой вот у нас соперник. Наверное, я уберу Тайрума. Уберу его и поставлю сюда Ярура, бьющего. Давайте пробовать. Так, есть красный кристалл, который не нужен. И есть тройка желтых. Но я, наверное, соберу все-таки красный кристалл, потому что их тут много. И у меня будет возможность еще кинуть троечку синих. Но я все-таки солью эти камни красные, ненужные. Прокинем троечку синих и соберем, наверное, Поппи. Опять красный кристалл. Да что ж ты будешь делать? Убили Поппи. Ожидаемо. Да, опять это будет заливная атака. Убили Ярвара. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Сливаю красные камни, потому что они мне тут не нужны совершенно. Противник хилится. Бьем. Срочно нужны синие камни. Иначе он меня добьет. Есть. Есть камень. Только добей. Еле-еле. Первая атака. Победная. Что будет дальше, я не знаю. Вот что будет дальше. Стоит ли брать? По-хорошему, конечно, нужно лечение. Даже не лечение, а диспел в виде Тайрума. Но я не буду брать его. Я попробую положиться на камни, на синие камни. Главное, чтобы их было много. Камни в достатке, опять же таки. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Пробиваем по левому флангу. Пробиваем центр. Нет, не пробили. А сейчас пробили.
Еще синие нужны. Приходят. Это хорошо. Взрываем морду. И я думаю, водник не успеет зарядиться. Вторая победа, и это хорошо. Надо в том же темпе двигаться вперед. Я надеюсь, это тоже мы победим, лишь бы были камни. Собираем кристалл желтый. И, наверное, выносим хокмон. Да, это хорошо. Пробиваем, скорее всего, по правому флангу, потому как Джахангир уже готов. Не знаю, что из этого выйдет. Срываем кристалл. Получаем от Джахангира. Но я думаю, это победный должен быть тапочек. Надеюсь на это. И еще раз пробиваем Поппи. Ну, а там мы камнями, если что, добьем. И не понадобилось. Третья победа. Это очень хорошо. Менять ничего, наверное, я не буду. Хотя можно было бы взять вместо Ярвара. Квасира. Давайте попробуем так. Должен умереть Судри. Нет, не получилось. Скидываем еще желтые. Так. Он ударит по нам скоро. Скидываем синий. И скидываем еще синий. И должен отскочить он. Нет, не отскочил. Плохо. Плохо. Пробиваем, наверное, по правому флангу. Ой, по левому флангу. И еще собираем желтую троечку. Пробиваем Поппи. Ко мне, если честно, нет. Придется скидывать то, что я вижу. Да, это война. Ой, это. Атака будет проиграна. Я не знаю, так получилось. Так получилось. Может быть, из-за того, что я убрал Ярвар, камни могли ослабнуть. Атака они бы наносили чуть больше урон, скорее всего. Но это не точно. Два квасира. Это очень... Это не есть хорошо. Ну, давайте пробовать. Вот зачем мне столько красных и желтых? Кто скажет? Активируем Гунара
и не надо подлечиться. Подлечились. Взрываем морду, наверное, скорее всего. И заряжаем Нордесгата. Ничего хорошего сейчас по полю я не вижу, поэтому... Ну, можно, конечно, скинуть красную тройку и подвинуть ближе друг к другу фиоловые камешки. Или же взорвать красный кристалл. Или же... Да, или же взорвать красный кристалл. Что мне это даст? Может, синенькие чуть ближе будут друг к другу. Ну, не так уж и ближе, как хотелось. Давайте пробовать вот так. И заряжаем синих. Или не заряжаем? Нет, не заряжаем. Только сейчас заряжаем. Да, это проигранная, очередная проигранная атака. Элла по центру пробить сложно. И наш гарда бьет сейчас. Ну, 3 победы, 2 поражения. И завтра надо будет действовать крайне аккуратно, потому что в оккупации я больше уже не хочу. Всем спасибо за просмотр.